В Люберцах провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Оно направлено на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Об итогах очередного рейда расскажут мои коллеги. Нулевой километр Егорьевского шоссе. Сотрудники госавтоинспекции останавливают транспортные средства один за другим. Если в салоне находятся дети младше 12 лет, спрашивают о наличии автокресла, которое обеспечивает безопасность ребенка в случае аварии, при экстренном торможении или резких маневрах. Я вам хочу напомнить о том, что детей нужно пристегивать ремнями безопасности, также помещать их в детское удерживающее устройство. Отлично. Детское удерживающее устройство имеется. Сергей Зубков всегда путешествует с семьей. Сейчас ребята отдыхают у бабушки, но детское кресло постоянно в машине. Первый ребенок, второй ребенок всегда в креслах, бустеры, не бустеры, но как ездим всегда на машине и стараемся, чтобы дети всегда были в безопасности. Такие рейды в округе проводят регулярно. За час инспекторы остановили более 200 автомобилей и оформили один протокол. Большинство водителей соблюдают закон и перевозят детей в детском удерживающем устройстве, а также пристегнутым ремнем безопасности. Если ребенок не пристегнут ремнем безопасности, либо не находится в детском удерживающем устройстве, то водитель подвергается административной ответственности. Для недисциплинированных родителей предусмотрен штраф 3000 рублей. Однако водителям стоит опасаться не штрафов за отсутствие детского кресла, а последствий, которые могут возникнуть в случае ДТП. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.